Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас на обзоре напорный фильтр для пруда, который уже очень хорошо продается, потому что в данной модельке все идеально и имеет невысокую цену. На обзоре у нас модель фильтра CPF380, то есть фирмы Сансан. Спасибо китайцам, которые делают классное качество за разумные деньги. Конечно, вот каждый день вскрываю какие-то новинки, поражаюсь, что насколько они быстро реагируют на рынок. Только что-то где-то европейское новое появилось, они джик сделали. Модель CPF380 рекомендуется использовать с насосом до 10 тысяч литров в час. Подходит на объем, ну, максимально 20, ладно, по с рыбками 6 кубов, без рыбок 12 кубов. Имеет ультрафиолетовый стерилизатор внутри 11 ватт и 25 литров объем фильтрующего элемента. В чем прелесть данной модели? Эта модель имеет очень прочный корпус, это немаловажно, потому что многие из вас их устанавливают на открытом солнце, и через время пластик рассыхается и просто рассыпается. В случае каких-либо внутри, там что-то поломали, колбу от стерилизатора, мы возим с производства, это все у нас имеется. Данная модель в комплекте включает в себя еще штуцеры такие идут для подключения. Но здесь все банально, все понятно. Всос воды, выброс воды. Если вы хотите задействовать данный фильтр еще и на систему, на водопад, без проблем, просто не перебарщивайте с насосом. То есть ставьте максимально, ну я ставил максимально кубов 12, не больше. Чем толще вы поставите штуцер, который идет в комплекте, тем больше объем воды вы сможете через него прогонять. Поэтому, если что, обрезайте, ставьте максимально толстый шланг для подачи воды на фильтр. Фильтр имеет вилочку обычную с заземлением, трансформатор для запуска ультрафиолета, датчик загрязнения воды, фильтра, и индикаторные окошки, через которые мы можем наблюдать работоспособность нашего ультрафиолетового стерилизатора. Как часто меняется стерилизатор и лампочка? Это год непрерывной работы, в среднем мы пользуемся по полгода, то есть через 2 года, даже если она не перегорела и светит, ее рекомендовано поменять. По габаритам, наш фильтр в высоту 54 сантиметра и в диаметре он 42 сантиметра, 42-43. В стандарте, как я его устанавливаю, я выкапываю небольшой приямок, беру черный пакет мусорный, засовываю его и до сих пор его в землю вставил. Подключил шланги на хомутики нужно будет приобрести, и включаю. Фильтрация работает постоянно без выключения, потому что на ней живут полезные бактерии, и только таким образом достигаете вы эффекта от вашего фильтра. Единственный недостаток данной модели, это в том, что в нем нету системы обратной очистки. Но с учетом того, что мы говорим про такой допотопный, надежный фильтр, то ничего страшного не произойдет, если вы его сами раз там в месяц, раз в полтора откроете и посмотрите. Давайте его вскроем, посмотрим, что у нас внутри. Разбирается он все легко и понятно. Сняли зажимное кольцо. Фильтр еще новый, потому тяжело достается. Так, вот такие фильтрующие элементы. Мелкопористая мочалка, среднепористая мочалка. То есть все, что нужно, все есть внутри. Фильтрующих элементов 1, 2, 3, 4, 5. Для такого небольшого фильтра фильтрующий элемент реально большой. Ну и на дне находятся наши биошары для биофильтрации. Перед запуском фильтра, особенно весной, когда вы только стартуете, рекомендую в этот фильтр еще и добавлять живые бактерии. То ли сухие, то ли в жидком виде. Ссылку на данный фильтр я оставлю внизу в описании на нашем сайте Zoocool. Очень много всего интересного для прудов. Итого, подведем итог. Напорный фильтр CPF380 имеет невысокую цену, прочный корпус, возможность докупить комплектующие, какие надо. Все у нас это есть, возим напрямую из производства. Ультрафиолетовый стерилизатор мощностью 11 Вт. Рекомендуется на пруд с рыбками 6 кубов, без рыбок 12 кубов. Единственный недостаток в том, что в нем нету патрубка на систему обратной очистки. Здесь просто
два патрубка и все. Но это не есть проблема, потому что лучше, чем полный разбор нашего фильтра и обслуживание его полностью в ноль, лучше этого нету. Фильтрующие элементы, мочалки моем раз где-то в полтора месяца, биошары рекомендую просто споласкивать и максимально их не мыть, потому что там живут колонии бактерий. Фильтр рекомендую использовать без выключения. То есть включили, и он работает. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.